легендарной личности. Доброе утро, парни. Мы вас заждались. Здравствуйте. Доброе. Костя. Ильус. Ребята, мы в Осетии. В гостях у Offroad RSO. Мы сегодня приехали. Это местный УАЗ. Па, вот это я вовремя камеру включил. Продолжу. Это местные парни. Мы приехали. Привезли с собой крымскую турбовую Ниву. Турбо УАЗ из КБР. Руслан Красная и Сергей из Краснодара. В общем, каточка будет грязная, сложная. Сказали, часов на 12, прям скайпом. Прикольная. Класс. Ну что, здравствуй, Осетинский лес. Заезжаем на маршрут. Будет сыро, будет грязно, 100%. Машин много, поэтому снимать очень сложно будет. Я постараюсь. 9 машин. Многовато. Ну, посмотрим. Как всегда, с нескольких камер, я думаю, что-то будет сегодня интересненькое. Мы очень этого ждали, да, Костян? Да, я давно хотел. Вот как раз, так скажем, отпуск у нас выдался в Осетинском лесу. С кайфом. Даже просто отдохнуть. Всем советую приезжать в Осетию. Очень прикольная грязь. Вес все равно имеется. Сложно. Кайф. А потом... Спасибо, дорогой мой. Местные парни не могут позволить поехать по Ниве траектории. Сказали, мы поедем здесь. Сейчас посмотрим. Нет, ну если он на колею встанет, он заедет. Колеса накачанные. А почему не сразу? Ну, у них полтора, по-моему. 1,2, по-моему. Ступенечка. Почти.
у тебя перед работает. 1, 2, перед. Хорош. Молодец. А, не, нормально все. Теперь прямо давай. Очень похож на наш лес, хороший вот такой идеальный грязевой маршрутик, глина вот та самая, мягенькая, цепучая, прям вот как дома, да? Да, кайфово вообще. Прям вообще. Если яблоком сел, ты прочертил, потому что, ну, мягенько все. У Сережи реле на блоку сгорело, поменяли рулюха, компрессор заработал, блока появилась, так что все нормально, едем, кайфуем. Турбомотор, а, там рубка идет. Йоп. Хорошее место. Братан, ты что? Не, не ты. Что-то дыми, что-то ты дымишь. Самовар закурил. Все? Нормально? О, кого ебёт чужое горе? Хорошее место. Засадное, грязевое. Костяна хочу вот сюда пустить. Пластилин. Еще, 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 давай. Давай. Так, Егорку мы даже не успели запечатлить, как он двумя ногами в грязь. И на брюхо. Сейчас его назад стропой вытянут. Просто на морду. Лег. Глупо.
после 47 сантиметров просвета, 48 там, с 30, это бред. Все правильно, не газуй, не надо, да. Олег, правильные вещи. Нет, нет, не едь, не едь. Ну, собственно, вот он, все мостом собрал. Эй! Чё за хуйня? Костик! А что это они в Астор, что ли, по весу едет? Сюда! Сюда! И вправо! Пошел! И вправо за деревом. Нормально, нормально. Все нормально, нет? Слышишь людей, тебе подсказывают, ты не слышишь. А? Да, ты ж не слышишь. Убрали. Серега, закрываешь контент. Ну сыра у вас лебедка, блин, за ней можно ездить.
полностью. Лебедки нету парня, поэтому рубится. Плотно на мостах. Не-не-не-не-не, идет. Злая штуковина. Все, стой. Очень лютый. Вот я могу сказать, это первый патриот, который я вижу, который едет. Вот это вот, вот так должен ехать УАЗ. Он и меж колеи может ехать, и грязи не боится, диагоналок не боится. Но тяжелый, да, Мадара 0. Ты чё? На подъем из колеи выехать. Давай выезжайте отсюда. Жопа, все. А, не работает. У него призначатель. Смотри, что делает! Все! Он говорит, я вашу эту колею вот так поперек ездил. Что ты? Разворачивайся дальше, да. Еще вправо. Что это делает? Что они делают? Давай, что они делают?
учитель оторвал, да? Да-да-да, он же хлопал пару раз. А это не ка... А, это, блядь, выглядит как кардан, если честно. Это осетинская школа, парни. Такого я еще не видел. Конечно же, спасибо, Офроутер, все, ссылочка. Да я думаю, не нуждайтесь в ссылочке, потому что вы знаете их намного лучше, чем нас. Аккуратно, на ровных. Лево, 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 лево. У вас, конечно, сегодня во все тяжкие. Какая тут природа, ребята! Все, мостом чертит. Thank you.
взять что-нибудь, кстати. Все, подостыло уже. Ты упираешься прям во что-то. В общем, ложная тревога, разогрелся коллектор, было капли масла, просто они загорелись, выгорели. Ну, лишний раз закидать грязью не стоит, то как бы пренебрегать этим, чтобы не было тотального пиздец. Все нормально. Попытка номер два. Олег говорит, здесь патруль на лапландерах не проезжает. Морда! Так, дальше вопросики. Так, по патриоту пока непонятно. О, все, так лебедка не нужна. Не, все, да, включились. То раздатку, видимо, выбило, и все. Ух. Прям хорошая. Так, пока оставляем патриота, он без пневмы, на свободных дифах воздух уходит. Мы поехали дальше. Там какой-то подъем, где будут все лебедиться. А что там, грязь, да? Пошел, пошел, пошел! Тише, тише, тише. Плохой звук. Сереж, все, лебедись, пожалуйста. Еще назад. Yeah.
либо туда, либо вот туда, как серый, только за вот этим деревом. Все. Руслан выехал, все нормально. И теперь. Давай. Мостом шкребет. Хода не хватает. Видео будет длинное и насыщенное. Нартеки плохо цепляются боковым. Ну и замылились. Мотор, 69-я раздатка, военные мосты, 33-й, по-моему, Нартеки. И он без лебедки. Вышел из колеи, едет в аккурат. Молодец. Хорош, проехал. Своя траектория. Молодец, так и надо. Тут куда ни глянь, везде экшен. Там сейчас АКУ. У Русика есть сзади лебедка. Сейчас лебедку вытащат с лебедят. АКУ вытянут. У Лундика своя траектория. А здесь еще и УАЗ. У вас мощный.
Он, конечно, не едет, как и все УАЗы. Но он старается. А Нива проехала. Две или три даже. Очень много экшена одновременно. Опа, починили пневму. Лунтик своим ходом. Молодец. Не, он хорошая машина. Пробивается. Вторая лебедка сегодня у Аки. Но ничего, маршрут тоже такой, не для слабаков. Тут вон мастодонты сидят. Тут еще, да, телек. И вот, вот так должна ездить машина. Да, о! Там еще Нивы. Еще Нивы, еще патруль и гель. Что они делают? Но я не успеваю за ними. Ты успел? Мужская машина, вон Нива! И до сих пор он там шьет и шьет. Очень хороший лес. Нива открытая.
Да, это проблема, особенно в гонках. Неудачно сделано. Он этот, головой выключил зажигание. Парни, поехали. Мы, может, их еще догоним. Просто очень много машин. У нас только 9. Их еще 3, 6, тоже 9. Много. Давай на лебедке. Там корень перескочить надо. Давай, еще назад. Оп, давай. Вот в машине она. Так она сказала. Отпусти, что ты делаешь? Он скатился. На трех педалях, не прыгай так больше. Ящик держится? Очень плохо прыгал, не надо так. Ой, блин. Давай наверх заедем, там, если что, уже спокойно. А? Может, там лебедкой меня достанешь, сюда? Сегодня у нас Серега беда. Все сразу. Короче, мы все-таки порвали это колесо на том спуске. А сейчас в грязи порвали левое. Внутренние оба, получается, редуктора. Когда лебедились, еще закипятили, заклинили генератор. В общем, все с собой есть, но думаем, что делать. Либо ехать на заднем приводе и лебедиться, либо на 2 часа сейчас тут встать и все это менять. Будем думать пока. Ася. Лево. Сережа влево. Лево. Ну, бывает и такое, решили вот. Пошел, Костя! Красавчик! У меня волосы белые, да? Да. Так ты едь, Костик, я успеваю за вами, вы все равно медленно, езжай. Серёж, стой. Все, пошел. Не любим на лебед, не любим вот так брелками таскать. Вариантов нету. Нартеки слишком то ли широкие. Не едет машина, упирается в них. Поэтому приходится так.
появились новые машины у нас. Кто-то уехал, кто-то приехал. Слайк. Вот еще. Как мне нравятся ваши вот эти расцветки, прям кайфую. О, нам можно красную также, белую на желтую. Догнали патрулей. Вот, вот такой вот подъем. Идем на перевал. А патруль тоже вчера без морды. Хорошо, пускай. Хотя у него один подсорван. А, ну то есть я правильно увидел, что правая передняя не крутится, да? Пускай газует. Старую дорогу. Слушай, а потом куда? А там выход тоже? Не-не-не. Хорош. Не, со второй машиной там не подняться. Попытки пробил. Нормально. Тутака. За ней Руслан. А здесь патриот. Посмотришь, Кость! Тащим, тащим, тащим. Ну что, тянет нормально. Надо отцепить, отцепить. Красавчик. Сережа, конечно, подушатал меня сегодня на подъемчик. Побегал я, как давно не бегал. В общем, маршрут офигенный, грязевой. Костян немножко приуныл.
порвало резинку пыльника, но граната работает. Порвало резинку пыльника. Порвало пыльник. Гранаты. Ну извините, блядь. Мы уже 6 часов в лесу, как бы там. Понятное дело. В общем, едем, сказали, осталось. Кто говорит половина, кто говорит больше. Вот, чтобы не задерживать пацанов, Серегу привязали и едет на шнурке брелком. Ну а мы просто едем. У турбо Нивы что-то с раздаткой лопнуло. Лопнул корпус, течет масло, точнее уже вытек. А так вроде у всех все остальное нормально. Короче, только мы исполняем. Yes. Лунтик, конечно, мощь. Но и Сережа там пытается ему помогать. Заехали. Такой тут лес. Здесь земля, только небо. Тебе маршрут нравится? Да, машина отличная вообще. Грязи много, прям по кайфу. Понятно, хорошая. У нас такая грязь только осенью, весной, да? Все равно у нас такой грязи летом нету. Тут лес более влажный. Так, еще один подъем. Тут с парнями. Ой, дядя Сережа. Серега, все нормально. Все, даже не зацепило. Не, ну у него-то жопа помогает. Очень похоже на Хазарова, на наш. Но тут полегче. Слушайте внимательно. ЦСТ. 15, да, это штрафы. Ну, не травленные, походу. Упорный. Снимет. Раздатка, да, у него? Наоборот, сюда вот. На корпус прошел. Давай.
Шалеть. Да не напрягайся, да, его первым надо было. Итак, последние новости. Уже прилично времени немного. На турбо-ниве разорвало раздатку. Вообще не. У нас на красной порвался только пыльник. Костян сначала переживал, а потом взял яйца в кулак и сказал: хуй, мы сюда приехали отдыхать, что ли? И начал нормально ехать. Давно так не ехал. Вот. Сергей здесь проехал где-то полчаса назад. Я не знаю, как он своим ходом или лебедился, но тут, в принципе, ничего сложного. Парни на УАЗе сегодня на все бабки едут. Тут было касание с деревом. Сзади тоже дерево. УАЗ, конечно, сегодня непобедимый. Достают турбо-ниву. Походу заклинили. Бездыханное тело. Просто. Во! Хорошая лебедка. А что за лебедка? Давай, давай. Чтобы вы понимали, какая тут глубина. Тоже подсел, уже мы едем на выход из леса помаленечку. Идем в 4 нивы. Группы разделились. Нивами самое то, вот 4 машины прям идеально.
Все, сейчас я Серегу сюда буду лебедить. И дальше тут ничего сложного. Серега идет только на задке. А вот 31-е сложнее. У всех моторы хорошие, у всех. Прям шьют достойно. Все, ребятки, мы выехали из леса малым составом, нивами. Все наши на ходу, ранены немножечко, но все едем. Серега едет без морды, ну Эльбрус просто красавчик местный. А крымская нива едет, у нее там, ну тоже проблемы хватает, без сцепления, плохо заводится, ну и так далее. У нас на красный только порванный пыльник, но граната работает. В общем, прокатились отлично. Мы обязательно сюда вернемся. Костян. 100% еще приедем, там все правильно. Чуть уставшие. В принципе, лес практически как наш. Но немножечко глина отличается. Скользкая такая, липкая. Вот. Ну, сложного ничего нет. Красиво, очень красиво. А главное, люди. Да, люди все очень позитивные, добрые. Каждый помогает, каждый наливает, каждый угощает. Все тут очень классно проходит. Вот. Да, думаю, вернемся. Постараемся в этом году, но может в следующем точно приедем. Зимой, прикинь, приехать в Куршевель. Нет, зимой не знаю. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Мы на асфальте. До новых встреч. Вот она, пушка-гонка.